Привет, танкист! Вот Хаб на связи. Черчилль III, на котором было много побед и поражений, покидает нас. Но новый режим Crash Game врывается на поля сражений и позволит увеличить игровое золото в десятки раз. Делай ставку в голде, дождись отличного множителя и забирай полученное золото к себе на игровой аккаунт. Хочешь за выигранное золото получить премиум танк? Не премиум аккаунта? Тогда заходи в раздел Market и обменивай голду на понравившийся предмет. Кейсы, промокоды, розыгрыши, ивенты с призами – все это есть на Вот Хаб. Заходи и прокачай свой танковый ангар. Лаз или встречный бой? Я что-то прям вообще хз, что тут делать. Сейчас посмотрим, что будет наш на ЛТ игрок вершить. Вот он. Ну, на вид не производит впечатления, пока не умехи. Камуфляж повесил. В клан вступил. Ну, да начнется страдание. Мы, наверное, выключаем осадный, да, заряжаемся, опять его включаем, чтобы почаще стрелялось. Так же быстрее получается кадешить его. Спасибо. Юджин, да, по тебе спасибо большое. Запихнул он в щелочку ему. Так, и он там больше не хочет показываться. Ну, что-то в город как-то, я не знаю, но мне танчик-то картонный. Ехать, не ехать на нем в город. Нет ведь? А чё Левушка даже не посвернул, не посмотрел на ФВшку? Такой прям упертый. Как Бэрон. Или он АФК? Вышел из боя? Ну хотя, с другой стороны, идеальная груша прям. На тебе. Так, груша у меня закончилась. Что-то вода обоссать. Ну, фугасика не хватит, наверное, да? Наверное, его арта может добрать. Она сюда же стреляла. А, нет, она по тем бахнула, по дальним. Ой, я думал, он отвернулся. Давай, иди отсюда. Да господи.
49-ку бы по центру запускать. Тут что-то уже все, осталось примерно 2. Попробовать, может быть, в них... А, там Бурася. Блин, я не в этом, не в осадном, хрен попадешь. Нет, попал, давай в осадный встанем. А где наша 49-ка, кстати? А, она убилась, наверное, об этого Бураса. Ой, я думал, она передо мной пролетает. Елочка, ты что такое творишь? Да, тут ядерное уничтожение, все умерли. Как мне ее протиснуть? Там тупо 2 лолика легли. Так, а вот сейчас интересно. Приехал я к Пантере. И типы еще не умирают. Так, давай-ка мы перекатим. Надо Исака подловить на другой стороне. Пока не приехал я к Пантере. Мысик загружу. На захвате, да? Немножко сыкотно. Наша вся команда баражирует вторую линию, неприоритетно ненужную. Хорошо. Смотришь, вроде бы и хорошо. Ёлка уехала. Надо Бурасика ждать, пока он ошибнется. Так, дальше что? Тут 2 варианта. Ехать на них, не ехать на них. Ехать на них звучит самоубийственно. Давай отъедем. 6 минут. У нас еще есть союзничек. Если принимать, то вдвоем, да ведь? База на центре. Быстро не возьмут. Мы сейчас вот здесь сядем. Арты у них нет. За домиком и кустиком. Вот здесь. Дождемся, пока типы вкатят. Или наш лолик будет где-нибудь что-нибудь терпеть. Хотя ладно, надо с ним. Надо его разменять, хорошо. А то у меня хпшек нет, а у него есть. Киборга убили в спину.
не очень я понял, на кой хер он все хп решил отдать. Таким вот образом. Тактически безграмотно. Чаксор меня в туза будет убивать, наверное. Так, как пантера может меня шлепнуть. Надо ее как-то хитро выпержено объехать. Не фартануло, не повезло. Шел к успеху. ДЛТшку объехать. Да блин, тут наумирало мобов. Оп, косячок. Так, встал на захват Гсорик. Нет, не Гсорик. ПТшечка. Гсор съехал. Надо попасть в ПТ-шечку. Ничего я не в ПТ-шечку выстрелил, дурак. Она не убивала меня. В смысле, ЛТ не убивает меня за выстрел. А этот может убить. Ну я сейчас рипнусь, скорее всего. Но хотя он съехал. Если он зацелил, я могу на реакции попробовать выйти и умереть. Уфу! Бич! У меня аж руки затряслись. Охренеть. Развалил всю херню. Ядрёна мать. Волнительно было. Очень волнительно было, когда в Ксора стрелял, потому что я думал, что вот-вот рипнусь, и это вот ощущение легкой дрожи. Хорошо. Ну, блин. Ну, как сейчас объяснишь нашему уважаемому, как зовут-то? Как зовут? Сайрусу? Что танк этот говно? Вот как объяснишь? Ну танк реально официально, ну полностью говно. Но бой сыгрался, как будто это лучший танк на свете у нас. Ой, мать. А чё бонов так дали жирно? За что так дают? Задачи. Ох, мать-перемать, ребятки. Расхерачил всю команду почти. На Кунце-Панзере. Ваше здоровье. Кто болел, кто переживал. Я сейчас болею и переживаю. Нужно отдохнуть. Давай отметим бойцов, с кем приходилось сражаться. Мне кажется, Экпантерка играл слабовато. Ну, то есть он не реагировал, не поехал в размен, но он просто стоял и ждал, когда его придут, убьют. И Гсор тоже играл слабовато. Но он хотя, ну, хотя на его танке сложно было бы сыграть сильно. Вот, все, некого больше отметить. Этот зачем-то тоже отдался. Ну, играя не сильно, да?
Мы бы не победили. Игра не как я. Просто их было трое. Хорошо. Ой, это чувство. Ой. Это чувство, когда фрутоняня помогает. Отметим хороший бой, вкусный фрутоняня. За победу. Оговорил танк страдания. Ха-ха-ха-ха. Спасибо, Юджин. Вот у нас так всегда бывает. Смотри как, я тебе показываю. На имбовейшем леопарде, который легенда на свете, мы дали на 1700 урона. На какашке кунца-панцера мы дали 5700. Бодрячком.